Вартовчанин Павел Бараулин презентовал свой бизнес-проект на конкурсе «Молодой предприниматель России» и занял там первое место. Принять участие в федеральном этапе он смог благодаря победе на этапе окружном. В этом году бизнесмен выиграл в номинации «Сфера услуг» на конкурсе «Молодой предприниматель Югры». По профессии Павел Бараулин – адвокат, однако в какой-то момент молодой человек решил кардинально изменить свою жизнь и 5 лет назад открыл частную спортивную школу «Джуниор» для детей от 3 до 17 лет. Сегодня это самая крупная коммерческая школа в Югре. Дети занимаются там футболом, волейболом, баскетболом, большим теннисом, плаванием, гимнастикой. Я не думал, что выйду на всероссийский уровень, не думал, что в нем выиграю. Принять участие в этом конкурсе получилось достаточно случайно. Просто я просматривал сообщение на электронной почте, увидел сообщение, по-моему, рассылка от фонда «Мой бизнес Югра». И это был последний день подачи заявок. У меня было свободное время. Я думаю, ну сейчас попробую свои силы, посмотрю на людей, себя покажу. Может быть, кто-то узнает о нашей школе еще что-то больше.